Региональное отделение партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» определилось со списком кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии. По единому избирательному округу в списке 56 кандидатов, по одномандатным избирательным округам – 22. Такое решение было принято на конференции партии. Это первая конференция, где приняли участие три партии. «Справедливая Россия» Чувашии, «Патриот России» и «Партия за правду». Три партии в одной – это, цитирую, «способ приумножить возможности и найти новые способы для того, чтобы повысить качество жизни жителей республики». Конец цитаты. Объединившись, мы будем намного сильнее, намного мощнее и намного мобильнее. И, соответственно, у нас сторонников намного будет больше. А еще очень важно то, что программа всех трех партий очень много общего. Партия выдвинула по всем округам кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии, Красноармейского и Шумерлинского муниципальных округов первого созыва, а также муниципальных образований. Должна быть очень серьезная избирательная кампания, содержательная кампания, которая убедит избирателей выбрать кандидата именно от этой партии. Убежден, «Справедливая Россия» за правду готова таким образом бороться. И убежден, что кандидаты готовятся. Ну и дальше уже, как говорится, день голосования покажет, как это произойдет. Региональные отделения парламентских партий в Чувашии завершили выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета Республики. Впереди честная и конкурентная борьба, отметили участники встречи. Вадим Муравьев, Ольга Алексеева, Алина Сусметова. Республика.